Данстар 12-го заезда. Бег со старта повел Неаполь. На втором месте 5-й номер Харизма. На третьем 6-й номер Визавия Лук. Бег со старта повел 1-й номер Неаполь. Далее Харизма, Визавия Лук. Сбоит 1-й номер Неаполь. Бег ведет Харизма, тут же Визавия Лук и Неаполь. Участники 12-го заезда подходят к отметке первой четверти. Первая четверть пройдена за 35,5 секунды. В борьбе Харизма, Неаполь и в спине Визавия Лук. Голова в голову заезд возглавляет 1-й номер Неаполь, тут же 5-й номер Харизма. В спине у Харизмы 6-й номер Визавия Лук, далее 4-й номер Стачка, 2-й номер Хакасия. В борьбе за первое место Неаполь, Харизма, далее Визавия Лук. Вторая четверть пройдена за 35,4 секунды. Бег везет Харизма, далее Визавия Лук. Авария у первого номера Неаполь. Съезд с дорожки. Сбоит 6-й номер Визавия Лук. Вперед выходит 5-й номер Харизма. Бег ведет 5-й номер Харизма, далее на второй позиции Визавия Лук. Третья четверть пройдена за 35,2 секунды. Харизма возглавляет заезд, а далее 4-й номер Стачка и 6-й номер Визавия Лук. Участники 12-го заезда выходят на финишную прямую. Харизма возглавляет заезд, а в борьбе за второе место Визавия Лук и Стачка. Далеко оторвавшись от остальных участников 12-го заезда, финиширует 5-й номер Харизма в руках мастера-наездника Шерхабдулина Ильдуса. Заканчивает дистанцию 6-й номер Визавия Лук в руках Матусевич Лизы и заканчивает дистанцию 4-й номер Стачка. Заканчивает дистанцию 2-й номер Хакасия.